Вот мы, друзья, находимся внутри нашей будущей пристройки. Вот я стою на этой плите, Хардибекер. Значит, пытался выяснить, как по-русски назвать. Говорят, что, наверное, цементная плита. Значит, цементная плита дороже существенно, чем сам по себе цемент, которым заливают. Поэтому его не прокладывали между всеми этими трубочками, а проложили только вот по периметру. Говорят, ребята, что а почему потолще бы не сделать? Дело в том, что потолще, наверное, надо было бы сделать. Но тут некий компромисс состоит в том, что вот там идет коридор, видите, вот там, где свет, там идет коридор, и там тоже пол, и эти полы, должно быть сопряжение их, потому что там потом ляжет паркет на это дело. Поэтому, в общем, такая задача тоже остается и никуда не девается. Значит, сейчас идет замазывание щелей, которые как бы заслужили того, чтобы их замазать. То есть какие-то, видимо, достаточно большие. Вот видите их светленьким таким, да? Вот я так понял, что вот эта замазка, ей замазывают, чтобы не было щелей. И потом будут с самовыравнивающимся, не знаю, там чем, бетоном, цементом. Вот. Сейчас мы спросим, может быть. А вот можно спросить, то, чем потом заливаться будет, как называется? Это самовыравнивающая жидкость, self-leveling по-английски. Ну это как цемент, это как что? Это цемент, какой-то значит. Но он крепкий, он застынет и будет. Застынет крепким, да. Его, в принципе, в России, я знаю, все время используют. Ага, хорошо. Разные названия, разные марки, разные бренды. То есть все одно и то же. Это мы уже тогда, завтра, например, да, или как? Завтра я начну с утра. Да. В субботу? Завтра суббота. Да, с утра. А вот в чем он поставляется, этот состав? А, в пакетах его здесь лежит. А, то есть его разводить надо? Придется его разводить в таком виде. Ой, мама родная. Без пропорции, с водой. Level quick. Да. Self-leveling under... Laming. Under laming, да. Минуточку, а вот тот, что слева, такой здоровенный, это белый. Мортар. Это мортар, которым я заливал пол. Он еще пригодится там, где у нас будет shower pan, это да. Где будет душ. Ага. Там пол я тоже буду заливать. Понял. Ладно, спасибо.